Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня с Аллой» приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня хочу вместе с вами посолить селедочку. Я купила две большие сельди. Общий вес составил 100 грамм. И в каждой из селедки находилась икра. Икру, конечно, я засолю немножко позже. Вот она какая красавица. Ну, а сейчас я займусь сельдью. Сельдь я почистила, отрезала голову и хорошо вымыла. Для сельди у нас будет пряный посол. Посол будет вот в этой емкости эмалированной. И что нам для этого нужно? Возьмем чайную ложку кориандра, 2 лавровых листа, 2 душистых перчика и чайную ложечку соли из общего количества, и добавим все это в ступку и разотрем. Общее количество соли у нас 2 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка. Я насыпаю кориандр. И для того, чтобы он хорошо растерся, я добавляю соль. В кориандре у меня тут попался немножко черный перец горошком, и это хорошо. И еще, друзья, очень рекомендую всем измельчать специи непосредственно перед приготовлением блюда. Тогда специи гораздо ярче раскрывают свой запах и аромат и вкус. Ну вот, наши специи измельчились. Все это помещаю в литр холодной воды, кипяченой. И это не обязательно кипятить. Поверьте мне, моему опыту, что достаточно того, что вы сейчас это все перемешаете и этим ароматным рассолом зальете рыбу. Она точно так же пропитается запахами специй и точно так же засолится, как если бы вы это все кипятили. Чтобы рыба была полностью в рассоле, накройте ее гнетом. У меня в качестве гнета выступает блюдце. Ну а далее прикрыть крышкой. Вот в таком виде я отправляю рыбу в холодильник, и она у меня будет засаливаться в холодильнике 2 суток. А теперь я приступаю к засолке икры. Для начала я ее взвешу, чтобы понять, сколько нужно соли. Вес икры составил 106 грамм. Я добавляю к икре 2 грамма соли и перемещаю ее в блендер для того, чтобы разбить пленочку, которая покрывает икру. Вот что в итоге получилось, и теперь я эту смесь переливаю в подходящую по размеру баночку. Итак, икра у меня готова, и она отправляется к селедке в холодильник на 2 суток. А вот уже готовая икра. Она по цвету заметно потемнела, но очень вкусная. И я такой вид икры предпочитаю есть с блинами. Попробуйте, вам понравится. Это очень вкусно. Прошло 2 суток, и вот так выглядит селедка. Я накрыла в итоге 2 блюдцами. Чтобы полностью была покрыта сельдь. Вот такой у нее стал рассол.
И теперь я возьму одну рыбку, разделаю ее на филе и покажу вам, как она выглядит и какая она на вкус. Друзья, у меня нет слов, чтобы выразить восхищение этой сельдью. Настолько удачный рецепт засолки, настолько вкусная рыба получилась. Ну вот просто песня. Ну что я говорю, вы сами все видите. Специально не украшала блюдо ни луком, ни зеленью, чтобы вы увидели красоту этой рыбки. А какая она полезная. Друзья, покупайте рыбу мороженую, без подтеков только, с красивым серебристым брюшком. Сами засаливайте, и будет вам вот такое великолепное счастье. Всех вас жду на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось видео. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.